Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале «Слушаем классику на виниле». Хочу сразу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, огромного счастья, больших успехов и, конечно же, терпения. Я надеюсь, что 2021 год будет намного ярче, счастливее и удачнее, чем предыдущий 20-й. Сегодня я хочу предложить вам отойти от тематики канала. Не слушать классическую музыку, а послушать просто простую, красивую, яркую, интересную инструментальную музыку. Пластинка у нас будет называться, то есть называется она, «Романтическое пианино». Вот такая пластинка. Пластинка чешская, музыкант чешский. На тот момент, когда записывалась пластинка, Чехословакия. Ирджи Малясик. Такая пластинка. Конверт Готефолд. На пластинке записаны известные песни из фильмов, какие-то популярные песни, какие-то джазовые мелодии. То есть все это сделано и обработано очень красивой романтической стилистикой. Ирджи Малясика, музыкант-любитель, учился только в частном порядке. Работал на радио чешском, телевидении чешском работал. Играл со многими чешскими и чехословацкими оркестрами. В качестве сольного музыканта. Ну, итогом вот этой вот работы всей многолетней, вот такие вот интересные, красивые аранжировки мелодии прекрасных. Ну, давайте послушаем эту хорошую, красивую пластинку. И еще раз хочу пожелать всем хорошей, красивой музыки в новом году, качественных виниловых пластинок. Всем пока! До встречи в новом году! Thank you.
Thank you.
Thank you.